Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие зрители. Рай у ног наших матерей. А один из видов дуа, который обязательно Аллах принимает, это дуа от родителей за детей. Сегодня мы на улицах, чтобы поговорить с людьми. Помним ли мы о том, как важно поддерживать связь с нашими родителями? Когда вы последний раз звонили маме, просто так узнать о ее здоровье? Я вместе живу с ней. Вместе живете? Ну, звоните ей каждый день? Ну, я же всегда ее вижу. Зачем звонить? Хорошо, спасибо большое. Дети каждый день приходят, хлеб, воду приносят. Заботятся? Да. Да, хорошие дети. Хорошие. Каких вырастешь, то и получишь. Спасибо большое. 30 секунд даже, пожалуйста, это очень важно. Скажите, когда вам дети звонили последний раз? Вчера. Регулярно вас навещают, звонят? Да, дочка постоянно звонит. Каждый день с работы всегда звонит. А в выходные приходят гости. Мы рады за вас. Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Мама есть у вас? Мама? Да? Да. Когда вы маме просто так звонили последний раз, чтобы узнать ее здоровье? Вчера. Вчера. Вы регулярно звоните маме? Конечно. Самое дорогое. Чай. Он регулярно это делает? Почти haftada 3 бар. Haftaga 2-3 бар. Когда вам дети последний раз звонили? Не знаю. Я с ним вместе живу уже. Живете вместе? Да, да, да. Спасибо большое. Недавно. Не звонила, я разговаривала с ней. Да? Просто так о здоровье спросить, а не потому что что-то нужно от мамы. Нет, я только вчера о ней говорила. Да? Спасибо. Скажите, когда вам дети последний раз звонили? Час назад. Регулярно звонят вам? Постоянно. Скажите, пожалуйста, когда вам дети последний раз звонили и спрашивали о вашем здоровье, может быть, просто вчера так? Вчера звонили. Ну, с России, конечно. Угу. Что все нормально, я сказала. Угу. Ну, звонят регулярно, да? Да, да, у меня дети хорошие. Он где? Уго ерталаб я пласнянда. Yo, uncha ko'p qilolmayman, o'zlari qiladilar, o'qish bilan bo'laman. Маме сегодня я видела с мамой. Нет, вот именно позвонить просто так, узнать про здоровье. Здравствуйте. Ну, сегодня утром тоже звонила, а потом ходила к ней. Сейчас оттуда еду. Здорово, спасибо большое, что заботитесь о родителях. Просто так узнать про здоровье. Просто так, всегда видимся же с мамой дома. Про здоровье спрашиваете? Да, спрашиваю, но по телефону не забывайте. Спасибо. Спасибо. Скажите, когда вам дети последний раз звонили? Ой, у меня нет детей. Последний раз звонили? Вчера. Просто так. Регулярно звонит? Не, ну, во-первых, ну да, в принципе, да. Да. Слава Богу. Слава Богу. Да. Саламу алейкум. Кеча. Здравствуйте. Я прямо к Россию в Оркинге, суча. Когда вы последний раз маме звонили? Маме? Час назад? Просто так, чтобы узнать здоровье. Нет. Чтобы сказать, что я пошел в учебу. Да, а когда вы просто так позвонили, чтобы спросить, как она себя чувствует? День назад. Да? Вчера, да. Хорошо. Не забывайте звонить маме. Спасибо. Спасибо. Когда маме звонили я последний раз? Я только что с ней разговаривал. Молодцы, спасибо. Вчера. Регулярно звонят? Да. Про здоровье спрашивают? Про здоровье спрашивают. Слава про Богу, все. Рады за вас. Спасибо большое. Пожалуйста. Когда вам дети последний раз просто так звонили? А я с ними живу, они у меня еще маленькие. Маленькие еще? Да, да. Вы что, здорово, как поздравляем вас. А мама ваша жива? Слава Богу, слава да. Богу. А когда вы ей последний раз звонили? Она тоже со мной живет. Тоже с вами? Вы счастливый человек. Спасибо Благодарю большое. Благодарю вас. Сегодня. Просто чтобы узнать здоровье и самочувствие? Да. Молодцы, не забывайте про маму. Спасибо. Когда вы последний раз звонили маме? Ну, у меня мама давно умерла, я хочу каждый день позвонить. А у вас дети есть? Да, у меня дети есть. А дети вам звонят регулярно? Да, конечно, у меня каждый день позвонит. Хорошее воспитание. Мы сейчас рады за вас. Спасибо. Кеча? Хардан телефон в Турасе? Хардан телефон в Турасе? Вчера. Они регулярно вам звонят? Ну, в России. По мере возможности. Рады за вас. Спасибо. Вчера звонила я. Регулярно маме? Звоните, да, да, конечно, абсолютно верно. Вчера? Регулярно звонит, навещает вас? Ну да. Ну, каждый день. Каждый день? Да. А ваша мама жива? Да. Слава Богу. Скажите, а когда вы последний раз маме звонили? Просто так, узнать сегодня? По здоровью?
Регулярно? Регулярно. Спасибо вам большое, вы счастливый человек. Спасибо. Когда вам дети просто так, чтобы узнать здоровье, звонили последний раз? Каждый день. Каждый день. А ваша мама жива? Да. Слава Богу, рада за вас. А когда вы последний раз просто так звонили, чтобы узнать, как ее здоровье? Слава Богу, я живу вместе с мамой. Слава Богу, вы счастливый человек, вам очень повезло. Благодарим. Каждую неделю звонят. Здравствуйте. Один вопрос. Когда вам дети последний раз звонили просто так? Мои дети? Ну, одна дочь живет со мной вместе. Ну, а с сыном просто переписываемся по интернету. Переписывайтесь. Просто так звонил, когда последний раз? Наверное, неделю назад. Она сейчас в Египте, я ее в Египет отправил отдыхать. Не забывайте звонить маме, да? Спасибо. Да, а для чего? Для чего вы это делаете? То есть Для напоминания. Для серьезно? Напоминания, да. Потом выйдет передача для того, чтобы люди посмотрели и увидели, потому что есть ответы. Наше отношение к нашим родителям, нашим, да? Нашим родителям, особенности к маме. Все, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Будьте здоровы. Спасибо. Сегодня? Сегодня? Да. Просто так узнать здоровье, самочувствие, как. Да. Спасибо. Ну, когда они соскучились, вот тогда они звонят. Ну, как часто это бывает? Нет, не часто бывает. Часто, да? В данный момент не часто. Мы желаем, чтобы они вам чаще звонили. Спасибо. Спасибо большое. Как звонили? Дети есть у вас? Да. Да, здорово, слава Богу. Они вам регулярно звонят, спрашивают? Каждый день, да, каждый день. Звонят. Да. Мы рады за вас, спасибо. Спасибо. Когда вы последний раз звонили маме просто так? 15 минут назад. А, просто так? Чтобы узнать здоровье, самочувствие. Не потому, что что-то надо от мамы. Наверное, неделю назад. Не забывайте чаще звонить. И все? Это все. Только один вопрос ради напоминания нашим телезрителям, чтобы не забывали, что рай у ног матерей. А, я думал, у вас вопросы целые. Спасибо большое. До свидания. Готов. Дорогие родители. Дорогие родители. Ой, сейчас заплачу. Как давно вы просто так звонили маме, чтобы узнать ее самочувствие? Я с ней живу прямо рядом, в соседней квартире. То есть возможность, да, регулярно? Конечно, постоянно видимся, постоянно общаемся. А у вас дети есть? Есть. Взрослые? Взрослые. Регулярно вам звонят? Постоянно, каждый день. Не потому, что что-то надо? А нет, просто мама, как дела, узнать, она у меня в Алмате живет, замужем. Вы очень счастливый человек. Очень, спасибо. Просто так, позавчера? Позавчера? Да. А у вас есть дети? Да. Взрослые? Нет. Маленькие еще. Но мы желаем, чтобы они вам каждый день звонили просто так. Хорошо, спасибо. Спасибо. Когда вам дети звонили последний раз просто так? О, а то вы не знаете, они же редко звонят. Редко? Дети? Да. А постоянно звонят у меня внуки, внучка любимая. Регулярно звонят вам, да? Регулярно, да. Слава Богу, мы рады за вас. Спасибо. Рады. Спасибо, спасибо большое. Всего доброго. А, не каждый день? Не каждый. Когда вспомнят они? Да. Это ваша мама? Нет, подружка моя. Подружка ваша? Да, да. Я одноклассник. Не увидела. Да, хорошо. Да, да. Одноклассник. Ну, мы желаем, чтобы дети каждый спасибо. День звонили. А мама ваша здорова? Нет. Нет уже, да? Да. Ляхи, войны, ляхи, спасибо, Нахмат, будьте здоровы. Дети же со мной живут. Ну, они же выходят на учебу, еще куда-то. Они вам звонят? Ну, когда я на работе, если по делам, звонят. А если просто так узнать, как вы себя чувствуете? Такой нужды нет у нас, мы же каждый день видимся. Рада за вас, будьте счастливы, спасибо. When your children called you last yes. time, just to get information from you about your health, how are you, and etc. Last night I will speak with my children. Okay. So you called them or they called you? No, I called them. But our question is when last time your children called you? 2 days before. Days. Yes. So it's on basically, regular basis. Yes, on the daily basis I have to speak with my children. Thank you very much, you are happy. Thank you. Thank you. Вчера. Вчера просто так звонили. Каждый день они звонят. Слава Богу. Каждый день общаемся по ему. Слава Богу, да. Все живы, здоровы. Спасибо вам. Будьте счастливы, спасибо. Через день звонят, честное слово. Дети у меня очень даже хорошие. Я рада, что таких детей я родила и воспитала, честное слово. Вот многие жалуются, что вот там в неделю раз даже не позвонит, туда-сюда. Нет, я детьми очень довольна, я рада. Что вот молодцы, что все-таки в нашей республике еще вот есть такое воспитание, что дети действительно нормально относятся ко взрослым. Когда вы последний раз маме звонили просто так, чтобы узнать о ее здоровье? А у меня мама Кыргызстан. Мама в Киргизии у вас? Да. Ну, вы созваниваетесь с ней? Редко. Звоните чаще маме, спасибо. Сегодня в обед позвонили. А вообще да. Вы ей регулярно звоните? Да, она тоже много звонит мне. Я говорю, как, я утром вот на работу иду,
как на работу дойду, я позвоню, мама, я уже на работе. И иногда мама звонит мне сама. Работаешь как работа, не встал, нормально, да, нормально. И вечером звонит мама. Домой идешь, нет? Когда придешь или не придешь, вот так. Она переживает. Да, переживает. Мама же. Слава Богу, что мама жива. Когда ваши дети звонили вам просто так? Вчера. Так, а вам? Вообще каждый день. А у меня здесь дети, я с ними каждый день вижусь. Слава Богу. Звонить вчера, так переписываемся каждый день. Вы очень счастливы. Да, спасибо вам за ответ. Да. Будьте здоровы. Дорогие зрители, пойдемте позвоним маме просто так. Не потому, что нам что-то нужно от нее, или мы хотим что-то у нее узнать. Давайте просто позвоним сказать, как мы ее любим и как мы ей благодарны за все, что она для нас сделала. Ведь, возможно, кто-то из вас тоже уже родитель. Скажите честно сами себе, вы бы хотели такого отношения со стороны своих детей к себе? Мы служим примерами для наших детей, и нам всегда очень важно помнить, что то, как мы относимся к нашим родителям, точно так же и наши дети будут относиться к нам. Давайте сегодня сделаем дуа в наших молитвах за наших родителей. С вами была Амира.